похожие слова «schätzen», «einschätzen» и «abschätzen». В чем разница и как они употребляются? «Jemanden» – «etwas schätzen» – «дорожить кем-либо, чем-либо», «ценить кого-либо, что-либо». Например, «Ich schätze dich sehr als meinen Freund» – «Я очень ценю тебя, как своего друга». А еще «schätzen» означает приблизительно определять, полагать, считать. Например, «Ich schätze, ich werde in zwei Stunden zu Hause sein». «Я полагаю, я буду дома через 2 часа». «Jemanden etwas einschätzen» – это оценивать, расценивать кого-либо, что-либо, судить о ком-либо по личному опыту. Например, «Ich schätze meinen Bruder als sehr zuverlässig ein». Я считаю моего брата очень надежным, то есть я оцениваю его таким. Еще один пример. Ich kann die Situation schlecht einschätzen. Я не могу судить о ситуации, то есть я не могу хорошо оценить ситуацию. Etwas abschätzen. Оценить, определить что-либо. Например. Ich kann nur grob abschätzen, dass es 50 Euro kostet. Я могу только приблизительно оценить, что это стоит 50 евро. И еще один пример. Ich muss den Schaden vom Unfall abschätzen. Мне нужно оценить ущерб от аварии.